весь город украшен. Устинвик весь в огнях. Вот так украшенного вот торгового центра. Мы сейчас находимся в город Ульстенвик. То название, которое я сложно выговариваю до сих пор. Ну, по крайней мере, уже без заикания. Так. Так вот. Такой вид красивый. Красивый, конечно. Огонечки вообще золотые. Беленькие, не знаю. Мне показывают беленькие, на самом деле какие золотые. В этом городе население 5200. Городок небольшой. И такие звезды. Вот такой монументик там стоит. Такие тут всякие украшенные елочки, всякие огонечки. Вот такая вот красота. Я уже готова к Рождеству. Вот пришли, выбираю себе игрушечки. Вроде выбрала. Вот такая вот сова, елочка и вот такой вот домик. Тут такие вот всякие. Совушки красные, синие есть. Но синие мне почему-то больше понравятся. Такие вот там всякие. Такие вот домики. Цвета домик. Такие вот елочки еще другого цвета. Рукавички. Паровозики. Рукавички. Рукавички. Еще вот у нас есть. Вот еще. Вот такая красная сорочка. Но синяя, говорю, мне больше понравилась. Вот красная есть.
какая конфетка. Ёлочка. Красненькая. Золотистая ёлочка. Такие вот. Пальчики мои шаловливые. Так. Это я уже показывала. Все, убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем.